Сотрудниками полиции выявлены факты мошенничества в отношении участников долевого строительства. В совершении противоправных действий подозревается должностное лицо из числа руководителей одной из региональных строительных компаний. Установлено, что граждане заключили с фирмой договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в городе Пятигорске. В счет приобретаемой недвижимости 38 граждан перечислили предприятию более 100 миллионов рублей. Однако, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по застройке, вводу в эксплуатацию и передаче жилых квартир собственникам долевого строительства, злоумышленник полученные денежные средства обратил в свою пользу. Сейчас 10 уголовных дел соединены в одно производство. Уголовное дело расследуется в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности.